Он поднимает с земли палку и бьет так сильно, что она не выдерживает и ломается. Пострадавший падает. Далее в ход идут уже ноги. Повезло, что в этом помещении находилось еще несколько человек. Они-то и уняли дебошира. Задержанный был ранее судим. Устроился на работу, работать в предприятии «Хлебопродукт-2». Значит, в ходе распития спиртных напитков между ним и еще двумя работниками этого же предприятия произошел словесный конфликт, в ходе которого его оскорбили нецензурной бранью. Он, поскольку, как пояснил, не смог этого просить.